Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета России завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего исполняющего обязанности главы города Рязани Сергея Карабасова, его подчиненного, бывшего начальника управления энергетики ЖКХ города Рязани Игоря Ковалева и генерального директора ООО «Уютный двор 62» Михаила Пузанова. Они обвиняются в совершении растраты бюджетных средств города Рязани. В 2018 году между фирмой Пузанова и мэрией города был заключен муниципальный контракт на строительство спортивной площадки. Однако на момент подписания акта выполненных работ установка объекта даже еще не начиналась. Несмотря на это, по указанию Карабасова, Ковалев подписал акт, на основании которого фирма Пузанова необоснованно получила 4,5 миллиона рублей за якобы выполненные работы. О данной ситуации правоохранительные органы узнали после того, как журналистка из Рязани сообщила о произошедшем президенту России Владимиру Путину на одном из медиафорумов. Своевременные действия правоохранительных органов по установлению обстоятельств произошедшего и даче правовой оценки действиям вышеуказанных лиц позволили в дальнейшем не допустить хищения денежных средств при завершении работ по благоустройству города Рязани. В данный момент следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в Генеральную прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.